Я его ненавижу. Встаньте от меня уже. Так, тут встаньте от меня. Честно скажу, я сейчас немного отдохнул, чтобы можно было еще раз попытаться его грохнуть. Да. Я упорный человек, наверное, возможно. Я не думал об этом еще. Но я могу сказать одно. Я в Dark Souls 2 так не потел. Я в третьем Dark Souls так не потею. Первый Dark Souls... Dark Souls Remastered? Такое ощущение, то, что, знаете, сказали... Дядя, ты понимаешь, будешь страдать? Беги, 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 беги. Так, успею забраться до того, как он... Да, успею. Блин! Я все думаю, что так... Короче... В Prepare to Die Edition можно было, короче, между ног у него вместо бубенчиков находиться. А походу это немного подкорректировали, потому что я там урон начал получать. Хотя... Может мне Prepare to Die скачать по-быльненькому... Добежать до этого босса, посмотреть, там такое было или нет. И посмотреть, у кого-нибудь кто так делал. Блин, а. Больше вопросов, чем ответов. Ладно, есть еще одна стратегия. Нафиг-то знает. Кстати, для тех, кто не знает, вот это, вон тот значок, который у меня под ХП, под стаминой, да? Это, короче, обозначает то, что у меня сессия под паролем. То есть ко мне духи ни помочь, ни навредить не могут. Так. Японский. Давай, появляйся. Мне показалось, или там кто-то стоял? Блин. Дай выбраться-то. Да! Как я отвык уже играть в неё, а? Это капец. Слышите вы, дайте-ка мне свой меч, а?
Блин! Знаете, я вспомнил один момент. Короче, в чем смысл? Раньше, вот, когда я какого-то босса не мог пройти, да, я смотрел, короче, как его проходят другие, да, чтобы понять смысл. Но сейчас я нашел более правильную систему. Почему? Потому что... Тогда я мог случайно пропалить себе сюжет, а так, ну, как бы только локацию следующую. Ну, в чем смысл? Сейчас я начал смотреть вместо ну, тут каких-нибудь прохождений левых боссов, да? Начал смотреть спидраны всех боссов. В чем смысл? В том смысл то, что... Как бы чуваки, которые... Именно спидранят, они как бы... Игру изучают досконально. То есть, все фичи, баги и прочее, да? Особенно те, которые проходят игру в скоростном режиме, да? Кстати, он через какое-то время тупо может залезть. Да! Блин, ну... Твою дивизию, алё. Я после двух ударов не могу... Ну, точнее, после первого удара... Я как-то смог отбежать от него, да? Залезть по новой. После второго удара... Я не смог от него тупо вылезти. Там говорил то, что в ремастере осталось все, что и было в Dark Souls, и баги и прочее, по-моему, кто-то пиздит. А может не пиздит, может я рукожопу стал. Эх, размягчили меня игрули, казуальные твои дивизии. Всякие думы с ведьмаками. Ох, размягчал я. Тейкс. Твою дивизию. В общем, я смысл второго способа-то так не дорассказал, по-моему. В общем, в этом же способе он комбинированный, то есть может прокнуть так, может прокнуть так. То есть в первый раз, пока он к нам подходит, мы успеваем забраться, да? И по нему шандарахнуть. При удачном стечении обстоятельств. Сейчас, например, удачный. Можно вот так попытаться отбежать. Он побежит за нами, SNP. А теперь в чем смысл? Теперь по новой наверх. Есть второй вариант. Но второй вариант такой же, как и первый. Только надо его спровоцировать на удар.
блин! Какого ты умер-то, дурак? Короче, тупо раза 4-5 тут так залезаешь, прыгаешь на него. Только в первом варианте тебе может фартануть. И тебе особо от него не придется несколько раз так бегать. И в итоге ты сможешь его пройти, особо не напрягаясь, да? А есть другой вариант. То, что тебе придется от него несколько раз отбегать. И очень в редких случаях может фартануть по-жесткому. Вон там есть дырка, как видите, да? Есть вероятность заставить его прыгнуть на вас. Но там уже 50 на 50, фартанет вам или нет. Фартанет, выживете, не фартанет, будет, по-моему, босс по новой гасить. Вот. Я его всячески убивал, но, блин, чё в этот раз у меня такое? Я не понимаю уж. Зато я тут уже душ накопил на две прокачки уровня. Так, можно сказать, фартануло. А вот сейчас мне дико не фартануло. Алло! Ты демон худощавый. Пожалуйста, только не по мне сейчас, а? Демонюга ты, блин. Натив. Ой. Блин. Отойду-ка я от входа вон того. На всякий. Да, конечно, есть такой вариант. Называется. А я его слепил из того, что было. Блин. Так, я туда не пойду. Там дракош. А нет, я успею пробежать. О, здравствуй, тебе сразу видно, что ты не из полых. Правда? Я Солер. Из Ставь нежить, я отправился в эти сонные края на родину Повелителя Гвина, чтобы отыскать свое собственное солнце. Тебе кажется странным, что ж, так оно и должно быть.
Нет нужды скрывать свою реакцию. Я уже привык, что на меня что-то там, ладно, ха-ха-ха. Кури. А значит, я не попутал. Есть ли у тебя свободная минутка выслушать мое предложение? Да. По твоему разумению, наши судьбы переплетены. Ну что, короче, да. Да. Я очень рад, то возьми это. Его где его знает. Мы загадочно играем, следим за... Самое время течет здесь, а герои... Да-да-да. Ткань бытия... Но мы можем использовать его и помочь другу. Конечно же, так поступаем не мы одни. Но я, воин солнца, мой знак призыва легко найти по его сверкающей ауре. Не заметить его может лишь слепой. Хо-хо-хо-хо. Да. Ой, блин. Бросить лестницу. Да. И мы в итоге, кстати, там, где все время я бегал до босса, старался. Ну ладно, давайте прокачаемся, и на этом я закончу. Да, так, значит, мне нужно немного выносливости. До 15, и до 15 силу прокачать. Да. Вот. Так. Давайте я на этом закончу. Продолжим следующей части. Пойду я отдохну. И думаю, вот это вот... Смонтируем, уж не смонтируем. Короче, что будет, то и будет. Всем спасибо и всем покеда.